Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для 1% WinObby. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом, если у вас нету чита на эмулятор Android, либо же на телефон, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем первый по счету чит. Он подходит для эмулятора и подходит для телефона. А видео о том, как его установить, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Дальше, после того, как у вас есть какой-то чит, в поиске пишем нужный нам режим, то есть 1% WinObby, нажимаем поиск. И вот появляется скрипт на этот режим. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в эмулятор Android, также в сам режим. Дальше нажимаем вот на эту стрелочку, потом нажимаем на кнопочку Execute Clipboard, потом сворачиваем чит, и вот появляется скрипт. Отлично. Так, давайте его тестить. Первая функция — это show patch или path, не знаю, как правильно произносится последнее слово. Так, я нажал, но почему-то ничего не показывается. А, вроде показалось. Короче, как я понял, показалось то, куда мне нужно идти. Да, как видите, это оно. То есть поменялся вроде бы как цвет вот этих фигулин. Не знаю, как это сказать-то. Типа пола. И, короче, мне показывает, куда можно прыгать, а куда нет. То есть вот эти красные штучки, на них прыгать нельзя. Только чисто вот по зеленым идти. Вот. И таким образом вы можете сами добежать до конца и получить какую-то награду. А также вы можете это сделать автоматически с помощью функции Instant Wins. Включаем эту функцию. Меня тпхает на спавн. И, как видите, прибавляет потихоньку монеты. То есть у меня было 0, стало 10 тысяч. В принципе, неплохо. Только почему-то сейчас фарм остановился. Непонятно. Ну ладно. Дальше следующая функция — Collect Card. Включаем ее. Смотрим, что происходит. По идее, что-то должно было собраться, но я так и не понял, что именно собралось. Ну ладно, не суть. Так, все, опять эта функция с монетами заработала. Отлично, как видите, мне опять прибавили. Получается, там есть какой-то кулдаун на эти монеты. То есть там раз, наверное, в минуту эти монеты будут собираться. Отлично. В принципе, вот такой простенький скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.